метро Рижское, вход. Алло. Я. Ага. Могу удрать себе. Ну, не я смотрел, другой менеджер смотрел, но не подходит нам. Нет. Ну, по локации не подходит. Я понимаю, Сергей, но я говорю, это не моя территория, я отдал это менеджеру другому. Он сказал, что локация не очень вижу, да. Да. Ну а у нас сектора, как бы, да. Ну, не обязательно прям жестко сектора. Но когда не успеваешь, да, отдаешь менеджеру, у кого сектор там. Понятно, что предложение те, кто присылает кому, те отрабатывают, но если не успевают, то отдают менеджеру, у кого, с чей сектор. Разделение труда. Да. 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 Конечно. Конечно, я вам пришлю. Напомните мне сейчас, перешлите еще раз предложение на всякий случай, чтобы я не рылся там, да, в почте.
Вы мне сейчас пришлите, да, а я перешлю ему, вас копию поставлю. Вы увидите там его адрес там все дела. Хорошо? Все сделаем. Угу. Ну, вечерком, я попозже немножко, я сейчас не занимаюсь компьютером. Спасибо.